Добрый день, дорогие друзья. Вот только что, буквально пятиминутка, прокатил сумасшедший град. Прям, наверное, с горошину такой вот влетел. Как это сказалось на рыбалке? Как вообще сейчас отдыхают и чувствуют себя рыбаки? Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас проходит отдых? Отлично. Значит, приехали с утра, заняли мостик, все. Вот. И поклевки закормили. Закормились поклевки стандартные. Кукуруза, опарыш, мотыль. Вот. Ну вот, как-то так. Покажите, не затруднит вас? Ну, здесь мне помощь нужна будет. Я его не вытащу одну. Давайте попробую вам помочь. Да, ну как-то вот так вот, да? Да. С учетом того, что время 10 часов утра. Да, и путевку я брал до обеда. Я уже думаю домой ехать. Не хвастайничайте, отдыхайте. Да, черт. А